Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om ityukte yata dharmam upayeme shakuntalam gandharva vidhanaraja deshakala vidhanavit Om ityukte yata dharmam upayeme shakuntalam gandharva vidhinaraja deshakala vidhanavit Om ityukte yata dharmam upayeme shakuntalam gandharva vidhinaraja deshakala vidhanavit om iti yukte by reciting the vedic pranava произнося ведическую пранаму призвав Верховную Личность Бога в свидетели. В соответствии с принципами религии, Нараяна становится свидетелем даже обыкновенного брака. Взял в жены Шакунталу, по правилам гандхарвов, не нарушая религиозных принципов. Махарадж Душманта, Дешакала Видханавит, в совершенстве знающий, как исполнять свои обязанности в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Перевод. Ответив на предложение Махараджи Душманты молчанием, Шакунтала подтвердила этим свое согласие. Тогда царь, которому были известны правила бракосочетания, произнеся ведическую пранаву Омкару, тотчас женился на ней по обычаям гандхарвов. Комментарий. Омкара, или пранава, называют звуковым воплощением Верховной Личности Бога. В Бхагавад-гите сказано, что три буквы АУМ, образующие Омкару, символизируют Верховного Господа. Следование религиозным принципам необходимо для того, чтобы удостоиться благословения и милости Верховной Личности Бога Кришны, который говорит в Бхагавад-гите, что он лично присутствует в сексуальном желании, если оно не противоречит принципам религии. Слово «видхина» означает «в соответствии с заповедями религии». В соответствии с ведической культурой разрешается общение между мужчинами и женщинами, если оно не идет вразрез с принципами религии. В нашем движении сознания Кришны мы допускаем браки, заключенные на основе религиозных принципов, однако половая близость мужчины и женщины, связанных дружескими отношениями, недопустима, поскольку она расценивается как нарушение законов религии. Итак, этот аспект, что-то становится благоприятным, он только из-за связи с Господом. Пометование Господа, призывание Господа, вовлечение Господа — это очень важно в ведической системе. Все творение, оно посвящено отношениям.
и пробуждая свои забытые отношения с Господом, мы забыли о них, об отношениях с Господом. Это все становится несовершенным, незавершенным. Из этой незавершенности, вместо того, чтобы поворачиваться снова к Кришне, мы говорим, что нет отношений, мы их стараемся избегать. Это все не работает хорошо для души. Душа так вращается в материальном мире. И только когда вы признаете вот эту связь отношений с Кришной, тогда они принимают естественное положение. И мы действуем как живое существо. Кришна — это раса, это океан блаженства. Живое существо, естественно, являясь частицей этого блаженства, но трудность заключается в том, что если мы не видим это в связи с Кришной, это все не подпитывается. Да, этот аспект присутствует в маленьком размере. Приходя в материальный мир, живое существо покрыто. И в этом покрытии мы направляем свои желания по отношению к материальному, и это дает страдания. В этом суть. Если вы привязаны к материальному, это дает вам страдания. И в ситуациях, когда страдания немного уменьшаются, эти ситуации мы называем счастьем. Это технически так работает. Потому что говорится «океан страданий». Это не говорится, что океан, ну, где смешаны, чуть-чуть страданий, чуть-чуть наслаждения. Нет. Когда страдания уменьшаются, мы называем это счастьем, потому что живое существо, его природа — это блаженство, поэтому мы всегда ищем этой ситуации блаженства. Но как мы видим, здесь это возможно только в связи с Господом. И те в ведической культуре, кто понимает эти вещи такими, какие они есть, они знают, все, весь успех он должен быть в связи с Господом. Поэтому Махарадж Душманта здесь он начинает, призывает Господа быть свидетелем на свадьбе. То есть Махавакья — это полный аспект Господа. Внутренняя энергия, дживы, его энергии там присутствует. Если это так делается, то это правильно. Он знает религиозные принципы, и он делает все подобным, то есть соответствующим образом. Таким образом, свадьба имеет место. Здесь используется система Гандхарва, потому что соответствующая ситуация, подходящая ситуация. Никто не присутствует там, что нет возможности организовать что-то большое. Он был выращен в лесу. То есть что-то более усложненное, оно бы и не сложилось. Это не так, что он должен ее украсть и заплатить за нее что-то. Или следовать закону пишачи. Это не так. Поэтому они следуют закону Гандхарва. Поэтому, следуя этим принципам, все совершается. Мы можем видеть, почему эта история находится в Бхагаватам. Потому что мы не видим, как там Гандхарвов описывают, как они женятся. Потому что Гандхарвы, они следуют этому методу. Но суть в том, что он помнит о Господе. Он призывает Господа, чтобы он был свидетелем вот этой свадьбы. Должен быть свидетель. Иначе как? На свадьбе должен быть свидетель. И он обращается к Господу. Вот почему эта история находится в Бхагаватам. Это очень важный элемент. Это не противоречит религиозным принципам. Это взаимное согласие между женщиной и мужчиной. Принципы такой, что мужчина рождается, чтобы быть отцом, а женщина рождается, чтобы быть матерью. Это то, как оно работает. У нас могут быть какие-то другие идеи, но реальность заключается в этом. Вот этот принцип, что, то есть у вас будет вот это интимные отношения, они производят детей, и это допускается только в этой схеме религиозных принципов. Если вы занимаете религиозное положение, это производит качественных детей. Это идея, что как верблюды, ослы и свиньи, как это все делают, без всякого
Не нужно ни веб-сайта знакомства, ни ночного клуба, у них просто все это происходит. Но качественные люди, они имеют понимание и культуру. Здесь Душманта Махарадж, он не заинтересован в чем-то другом. Конечно же, всем двигает желание, но мы должны видеть это желание в связи с Господом. Это то, что делает это событие религиозным, потому что истинная цель человеческой жизни — это производить сознающих Бога детей. Это то, что человек должен производить. Поэтому, следуя религиозным принципам, это естественным образом происходит. Затем Прабхупад говорит, это разрешено в Ведах. Здесь мы видим этот пример. И говорится, в сознании Кришны мы действуем таким же принципом женитьбы мужчины и женщины, основанные на вот этих религиозных элементах. И здесь говорится, что сексуальная комбинация мужчины и женщины как друзей не разрешается религиозными принципами. Но кто-то может сказать, это слишком, может, фанатично. Но здесь мы говорим о науке, мы говорим о природе вещей. И суть в том, что сексуальная комбинация, она производит детей. Люди производят детей. И если это нарушается, то дети обычно не особо хорошего качества. Если это религиозное, тогда мы привлекаем очищенных, чистые души. И чистые души, они обычно не приходят в место, которое не очищено. Чистое место — чистые души. Нечистое место — нечистые души. Это просто естественное течение вещей. Почему, если вы идете по улице? Хорошая улица такая, и вы думаете, ну вот, поздно я срежу угол, пройду по переулкам, срежу угол. И вы думаете, там темно, не очень чисто, и вы подумали, а, может быть, это не было такой хорошей идеей. Почему вы так думаете? Что этот переулок тебе сделает? Цемент, который на полу нападет на тебя, или урна, которая там стоит, ударит тебя по плечу? Нет. Почему это нечисто? Потому что там соответствующие люди находятся. Это те, которые будут делать проблемы. Не сам переулок, а люди, которые там находятся в этом месте. Люди там соответствующие. Поэтому на освещенной улице одни люди, а в темном переулке другие люди. В этом смысл. Чистое место — чистые люди. Нечистое место — нечистые люди. Это очень простая наука. Без фанатизма, без сентиментализма или «О, это все такое древнее, это все не работает». Нет, это просто природа вещей как-то работает. И принцип такой, что мы должны возвышать себя в обществе. Это не означает, что нет сексуальной активности. Это означает, что только в чистом ситуации она совершается. Вот что, о чем здесь говорится. Здесь мы видим, поэтому мужчина и женщина, как друзья, это все не авторитетно, потому что там только вожделение. А когда муж и жена, да, там вожделение будет, но это все религиозно. Это все не о тебе, это все о ребенке. То есть это то, как все организовано во Вселенной. Если это все основано на вожделении без религии, тогда вожделение становится основой. Вы привлекаете душ, которые вожделенны. А если это основано на религиозных принципах, вожделение может присутствовать, но оно не на первом месте. Процесс, для этого процесса нужно определенное вдохновение. Когда вы голодны, вы готовите. Когда вы устали, вы спите. Так и здесь. Но из-за того, что это все основано на религии, тогда это приносит религиозных детей. Это то, как Кришна все сделал. Неважно, кто вы, откуда, все равно работает таким образом, потому что Кришна это так сделал.
Вот почему Прабхупада говорит, что мы в нашем обществе следуем этому, потому что мы хотим быть сознающими Кришну. Это простой момент. И здесь, приглашая Господа как свидетеля, это становится все благоприятным. Тогда муж и жена, они могут дальше развивать свои отношения. То есть мы в следующих стихах будем читать об этом. Комментарий, вопрос, пожалуйста. Сомнения или другие вариации набученности? Как что? Все нормально? Это тема, с которой все знакомы, правда? Майк is coming. Slowly, but surely. Мы читаем о Рупе Госвами, что он, что он ушел из дома и пошел к Господу Чайтанья. И оставил свою юную невесту. Также мы знаем Джайананда Прабху, который достиг вернулся назад к Богу за одну жизнь. Прабхупад сказал, что он чистый преданный. Его жена развелась с ним, потому что не действовал правильно, как муж. Как так мы иногда видим, что люди чистые преданные удовлетворяют Кришну и предыдущих ачарьев, но их жены несчастливы этим. Они делают их несчастными. Я не совсем понимаю суть вопроса. Вы делаете утверждение, которое... Вы говорите так, как будто в принципе возможно удовлетворить жен в принципе, и тогда связать это с сознанием Кришны, как основа. Поэтому уже что, никогда не были женаты? Он говорит, нет, я был. Ну хорошо. Принцип состоит в том, что в 11-й песне Пингала, которая была жената тысячи раз, она говорит, что никогда в истории не отмечено этого момента, и мы говорим о дне Брамы до сегодняшнего дня, чтобы когда-то любой мужчина смог удовлетворить полностью какую-то женщину. Это невозможно. Да, мужчина всегда старается наилучшим образом, и женщина, видя это, она видит это и ценит это по достоинству, но что она действительно будет полностью удовлетворена, это просто не случится. Поэтому то, как удовлетворить жену, а затем двигаться дальше, этого не существует, это невозможно. Понимаете? Это один момент, чтобы начать дискуссию. Потому что мы говорим, что мы можем думать, что ну, пока вот ты не удовлетворил жену, как мы можем перейти к следующим стадиям? Но это, на самом деле это никогда не случится, это невозможно. Второй момент. С каких пор карма является основой бхакти? С каких пор хорошая работа порождает преданное служение Господу? Бхакти, оно независимо, не имеет ничего общего с этим. Если бы это было наоборот, как же тогда млечьи и явы принимали сознание Кришны и отправлялись назад домой к Богу? Если это основано на карме, то где тогда хорошая карма? Где? Что конкретно? Это не продукт хорошей кармы. Мы должны понимать, что бхакти — это оно независимо. Оно не зависит на предыдущих благочестивых или неблагочестивых действиях. Оно независимо. Это второй момент. Третий момент.
материальный мир. Вообще джива должна находиться или нет? Она должна находиться в материальном мире или нет? Или она должна находиться в духовном мире? Где естественное положение дживы? В духовном мире, окей. Поэтому, когда вы понимаете это и занимаетесь служением Кришне, теперь вы делаете реальные настоящие вещи. До этого вы занимались чем-то другим. Тогда вы понимаете, что человек продвигается. Затем у нас есть аспект естественных отношений между мужем и женой. И тогда мы видим здесь, что личности, как Рупа Госвами, он делает все свои обязанности, и обо всем делается должным образом, там не о чем жаловаться. Поэтому он двигается вперед в духовном смысле. В чем потеря? Это становится проблемой в современном понимании, потому что муж не то, что он был всю жизнь был идеальным, и теперь он уходит. А посередине всего, то есть, значит, все плохо. Нет. В ведической системе мужчина проходит тренировку, он знает, как это все делает. В ведическом обществе в ведической системе нет такой иллюзии, что как только я привлекаюсь к какой-то мужчине или к женщине, значит, я сразу становлюсь экспертом в отношениях между полами. То есть это все должно проходить через обучение и подготовку. И в ведическом обществе то есть, есть поддержка всей общины на протяжении всей жизни в браке. То есть мы делаем все, насколько возможно хорошо, насколько позволяет вообще наша ситуация и все остальное. И в противном случае лучше просто невозможно. Мы думаем, если бы Рупа Госвами остался дома, жена бы была намного счастливее. Но мы уверены, что это было бы так. Чем старше вы становитесь, тем больше вы понимаете, что невозможно удовлетворить эти желания. Семейная жизнь без Кришны означает, что старее вы становитесь, более набученным вы становитесь в депрессии. Это то, как оно работает. Если вы в сознании Кришны, тогда старше вы становитесь, вы более становитесь зрелыми в сознании Кришны и более вы счастливы. Как вот есть Деваяни в предыдущем, из предыдущих мы читали. Она поняла, что семейная жизнь, общество, общественная жизнь, это как турист останавливается в хорошем отеле, идет в ресторан, там он с кем-то общается, и на следующее утро они все съехали. Это реальность. Зная это, поэтому мы пытаемся стать сознающими Кришну. Потому что, да, в этом мире не существует удовлетворения. Это никогда не случится. И в прошлых временах никогда не случилось. И когда мы оцениваем по достоинству этот момент, и покуда мы находимся в этом теле и обусловлены этим теле, кто-то мужским телом, кто-то женским телом, и эта комбинация, она подходит для религиозной деятельности, и в этой комбинации вы можете быть сознающим Кришну и иметь дело со своими материальными желаниями должным образом и в конце отправиться назад домой к Богу.
Человек должен оценить по достоинству всю общую картину. Если мы просто смотрим на социальные проблемы или социальные... Например, давайте, если вы отправитесь где угодно на Запад, вот это первого мира страны, там что, люди, которые живут вместе всю жизнь, они что, все прямо идеал счастья, что ли? А потом старик умирает, и что дальше? И что, старушка счастлива, что ли? Потому что он умрет. Или она умрет неизбежно. Но по статистике обычно дедушка умирает раньше бабушки. Потому что она будет одинокая в любом случае, просто вопрос времени. Весь принцип в том, что мы должны увидеть реальность отношений души с Кришной, и основываясь на этом, мы пытаемся установиться в сознании Кришны. Поэтому Махарадж Душманта, понимая эти принципы, будучи в сознании Кришны, и в то же самое время имея материальные желания, он пытается понять, как это все заменеджить в рамках религиозных принципов. Потому что мы будем несчастны насчет того, что да, этот парень оставил свою жену, тот парень оставил свою жену. А кто-то, например, расстраивается, что почему нет обучения для мужчин, обучения для женщин перед тем, как они женятся. Кто-то идет в крестовый поход ради этого? Нет, этого не происходит. Потому что идея в том, что если я не вожделею, значит, меня это все не волнует. А если я вожделею, значит, я, то есть, эксперт всемирного класса по отношениям мужчины и женщины. Это когда... Это о чем говорит Юдиштхира Махарадж, что все видят, что все вокруг умирают, при этом сами думают, что будут жить вечно. И как только у них происходит секс, и жена становится беременной, сразу человек начинает считать себя мирового класса экспертом по взращиванию детей. Если обычное дело, когда пытаешься дать какой-то совет, сразу кто-то, если ему что-то не нравится, говорит, а ты вообще когда-то был женат, у тебя были дети? Обычно, когда людям 50-60, и они в отношениях супружеских, тогда у них есть что сказать, есть хороший опыт. Они однозначно чему-то научились, да, немного более стали чуткими, смиренными. Все работает. Но суть в том, что ведическая концепция, если вы обучены должным образом, почему? С самого начала вы становитесь способны должным образом иметь дело с женщиной, с мужчиной правильным образом. Деваяне, они и пришли с мужем к этому моменту, что да, удовлетворения здесь нет, они отправились назад домой к Богу. Но если вы сильно переживаете за социальные проблемы, то никогда не случится. То есть если парень бросает женщину, то это все, ну, то есть плохо выглядит, он должен даже элементы платить или еще. А если женщина оставляет мужчину, то все окей, нормально, нет проблем. Вот социальная ситуация. Где здесь Кришна? На самом деле, это просто что? Глупая идея, что материальные желания могут быть удовлетворены. Чем больше вы пытаетесь, тем больше огонь их разгорается и разгорается. Мы должны понять, что есть основные иллюзии в нашем восприятии, и мы как личности, как община, мы принимаем эти иллюзорные концепции и пытаемся выжать какое-то удовлетворение из этого. Это никогда не сработает. Никогда этого не случится. И вы просто не должны быть семи пядей во лбу. Просто посмотрите вокруг и увидите это.
То есть мы, по идее, должны, услышав из шастр, затем мы просто можем посмотреть вокруг, послушать других и понять, что происходит. И если это не работает, есть третья опция. Тогда, если это все происходит с тобой, надеемся, что вы научитесь. Суть в том, что мы должны понять. Ведическая концепция, первый случай, второй или третий, вы должны научиться. Не имеет значения, если вы научились чему-то. Но если вы не учитесь ничему, тогда это уже проблема. Первый класс, второй и третий упоминается, потому что первый класс вы слушаете, вы размышляете, вы поняли. Меньше проблем. Второй, вы видите, вас это эмоционально влияет на вас, но вы учитесь. Чуть больше проблем, но в третьем случае вы должны вовлечься и пройти через это. Да, эмоционально вовлеченность, страдания, все есть. Но если вы научились, тоже подходит. Поэтому мы должны быть осторожны. Какой смысл с точки зрения сознания Кришны в этом всем? Как это все работает? Люди говорят об этих технических, социальных моментах. Мы должны видеть, как это все связано с Кришной. Сентиментально, да, но сентиментально этого недостаточно. На самом деле, должна быть логика. Я отвергаю ведическое, потому что это непрактично. В то же самое время я принимаю эти современные эмоциональные конструкции, потому что они полностью непрактичны. Я их принимаю, но ведическое я не принимаю, которое на самом деле практично. Потому что в том случае я делаю, что хочу. Результатов не получаю, но я делаю, что хочу. В ведическом я следую правилам, ограничениям, и в моем уме это означает, что это все не будет меня удовлетворять. То есть, если я что-то буду делать регулирование, значит, я буду несчастен, и то есть мне это не подходит. Если я не контролирую все, то значит я не могу никому доверять, как будто я вообще могу быть контролировать что-то. Нам нужно быть очень осторожными, что мы как индивидуум не принимаем эти концепции, потому что они никогда не принесут нам никакого удовлетворения и не помогут нашему сознанию Кришны, и не помогут в социальном плане также. Можно сказать, ну, вещи постепенно улучшаются. Вы уверены, что они улучшаются? Реалистично. Посмотрите на это. Вот почему Кришна дал ведическую систему Варнашаму. Вот почему Прабхупада рекомендовал это, Ачарья рекомендовали. Потому что это насколько возможно вообще хорошо здесь, в материальном мире. Да, это несовершенно, но насколько хорошо возможно будет вот благодаря этим системам. Лучше невозможно. У людей есть свои теории, но они никогда не работают. Все, что люди пытаются сделать сейчас, это все уже пробовали раньше. Все, что они пытаются сделать сейчас, это все не новое, это старое, пережеванное. Они думают, что но это не так. Ой, я такой другой, я уникальный. Я и мои друзья делаем вот то и это никогда не делалось раньше, и мы порождаем новые концепции, но на самом деле это все просто жевание того же жеванного, что все уже давно жевали. И поэтому все не работает. Мы должны иметь эту веру, что бхакти, если вы совершаете бхакти, все другие аспекты уже включены в это. И когда у вас есть эта вера, тогда вы избавляетесь от анартх, когда вы имеете веру в материальные процессы, тогда вы утверждаетесь в сознании Кришны, и это дает вам вкус, и этот вкус ведет вас к бхаве и к преме. Но социальные проблемы, они даже не дают мирского удовлетворения. Что говорить уже о духовных вещах? Понимаете? Видите, мы здесь читаем религиозные принципы.
Good. Yes. I think that thing over there is the thing that's making the trouble. But is there any relationship between our karma and our devotional life? Is there any relation between our karma and devotional life? Есть ли какое-то отношение между нашей кармой? Any connection meaning based on и преданностью? Do you mean that by our karma we're able to be nicely in Если мы вы имеете в виду, что с помощью кармы мы хорошо можем задействоваться в сознании Кришны, что вы имеете в виду? Can jnana and karma affect our spiritual lives? Может ли карма и джняна повлиять на нашу духовную жизнь? Это может повлиять на нас, но на бхакти это не может повлиять. Бхакти независима. Поэтому наша карма, она не имеет ничего общего с тем, как мы прогрессируем в сознании Кришны. Карма регулирует ситуации, в которых вы находитесь. Это не регулирует сознание Кришны, потому что она находится вне этого. Допустим, есть деревня. И в деревне там есть свое правительство маленькое. Старшие члены общины, старейшины, они собираются, принимают решения. Допустим, на государственном уровне один из вот этих вот правителей государства приходит, он контролирует эту деревню? Нет. То есть деревня, она не влияет на этого большого чиновника государственного. Но что он делает, влияет на деревню. Вот так и бхакти. Поэтому карма и гьяна, они не связаны с бхакти. Бхакти влияет на все, но не карма и гьяна обратно. Нам может казаться наоборот, но это иллюзия. Если бы это зависело от хорошего рождения людей с хорошей кармой, почему бы тогда всем браманам, смарта-браманам, хороших семей, почему они не преданные? Почему мы называем их смарта-браманы, а не бхакты? Потому что они не преданные, что это не влияет. И все люди, великие ученые, профессора, доктора наук, они что, ученые, то есть преданные? А что касается самых красивых людей, они что, все преданные? Или эти все знаменитые адвокаты, они что, все преданные? А что насчет самых богатых людей? Что чем больше они богаты, тем больше они, тем более великие преданные. Как, например, великие преданные. Все вот эти триллионеры. Они что, теперь удама-адхикари, биллионеры, миллиардеры, они просто мадхима-адхикари, а миллионеры, ну, они между каништхами и мадхиями где-то. А если ниже, то каништха. Что, так что ли? Это нонсенс. Это все не связано. Кто-то в хорошей ситуации становится преданным, а кто-то в той же ситуации не становится преданным. Кто-то в плохой ситуации становится преданным, а кто-то в плохой ситуации вообще не становится преданным. Кто-то становится преданным у себя в стране, кто-то за границей, и наоборот. Где вот эта связь? Ничего общего. Помните, что карма — это ситуация, положение, ситуация, в которых вы находитесь. Ничего нет общего с тем, что вы как душа, что вы делаете. Ничего общего. Это что означает свободная воля? Свободная воля означает, вы делаете, что хотите и когда хотите. Можете говорить, не, но меня заставляют обстоятельства. Нет, это потому, что вы хоть пытаетесь из них выжать определенный результат, только поэтому. Right?
Leave it off. Leave it off. Just turn it off, please. Right? It means be sensitive. One, people freak out. Now the baby started crying. As soon as you heard the baby crying, you know it's too much. You turn it off. You don't keep going because you have something to say. Yes, we already said that. It is a part of life. It's a part of life. We said that also. Yes, yes, we said that too. And who said the universe? Who said we're going to stop having children? The universe. Кто говорит, что у нас мы перестанем иметь детей и вселенная остановится? Вы понимаете, что если люди перестанут иметь секс, то вселенная остановится. Это как что-то плохое. Вы говорите об этом. Где я когда-то сказал, или Бхагаватам когда-то сказал, что людям не стоит иметь секс? Где это говорится? Сначала приведите свое доказательство, где говорится об этом, если вы это утверждаете. Почему тогда вы поднимаете сомнение, о котором вообще нигде не упоминается? И я как раз и говорил о том, что секс, религиозный секс, дает определенные блага. Мы как раз об этом и говорили. Почему вы это сомнение поднимаете? Если это так важно, почему все эти человеческие живые существа, занимаясь сексом, почему они не продвигаются куда-то вообще в духовном смысле? Или вообще, возьмите микрофон, выйдите на улицу, идите, простите, мы делаем исследования, пожалуйста, скажите, ну, вы чувствуете так, что вы достаточно сексом занимаетесь, чтобы Вселенная продолжала вращаться? Что вам ответят? Это ничего с нами не имеет общего. И как? No, I'm okay. Nonsense. You understand? Who's stopping the people, the world? Кто останавливает людей в мире, чтобы секс от секса? Мы не останавливаем. So therefore, then why bring this? Поэтому почему вы вообще об этом говорите? В чем смысл этого? Да, либо все должны иметь секс, либо все не должны иметь секс. В чем смысл? И тогда Вселенная будет крутиться, и это достойно славы. Так что ли? Какова философия? В чем цель этой философии? Как это все относится с душой, с Кришной? Как это вообще имеет отношение даже с материальной энергией или возможностями иметь секс? Это вообще к чему-то относится? И при чем здесь садхана и вообще любовь к Богу? Где здесь присутствует? Если бы это давало вам любовь к Богу, тогда Оша Раджниш был бы уже давно чистым преданным. Но это не сработало для него. И он был очень... Быть либеральным... Его даже в Америке, где все либерально, из Орегона. Самый либеральный штат в Америке. Его задницу пнули оттуда, выпнули его оттуда. Может быть, нужно подумать насчет этой философии. Религиозные принципы здесь говорится. Мужчины и женщины, как друзья, им не рекомендуется иметь секс. Потому что тогда в чем смысл? Это просто вожделение. Вожделение произведет центрального качества ребенка с вожделением. Можно иметь друзья, много-много разных друзей, которые не партнеры. You can have natures that are so different that not only is it going to be lusty, the child, but it's not even going to be able to figure out who it is as an individual, because это не то, что просто вожделение. Это говорится о разности природы, и все остальное накладывается, много вещей, порождается ребенок. Одно дело вожделение, другое дело, что он не способен вообще понять, кто он такой.
Например, Шива занимался сексом, и его дети разрушали Вселенную. И Брама сказал: «Все, все, остановись, не надо больше детей». Поэтому как, наполняя мир Варна-Санкара, как это будет культивировать Вселенную и приведет это к состоянию, когда все будут процветать? Как это поможет вообще этому? Как все будут вокруг холма танцевать, бабочки летать, цветочки, солнышко. Кто-то будет играть на вот этих всяких музыкальных инструментах, все будет счастливо. Это все будет продвигать к этому? О, да, извините, забыл костер из бревен, чтобы всем было классно. Это приведет к этой ситуации все? Как это все сработает? Другими словами, подумайте, о чем здесь говорится. Суть в том, что религиозные принципы, это человеческая жизнь функционирует по религиозным принципам. Это религиозные принципы должны быть связаны с Кришной. Тогда это становится совершенным. Тогда люди достигают положения как люди, как людей. До этого человек просто человеческая форма, но поведение животного. Сознание поднимается до уровня, когда эти лепестки начинают распускаться. Это не человеческая жизнь. Даже смарты, они следуют религии, но это не достигает совершенства, потому что это не пробуждает концепцию отношений с Кришной. Даже хотя сейчас вы можете сказать, самый нижний уровень человеческой жизни, то есть ниже невозможно опуститься. Только когда вы продвигаетесь вперед, когда сознание начинает распускаться, процветать, к этому мы должны стремиться. И тогда мы пытаемся достичь, где оно полностью расцвело. Это уже бава и према. Но если сознание не цветет, не расцветает, в чем смысл человеческой жизни? Все сексом занимаются. Если мы говорим о сексе, то Вселенная должна наполниться голубями, потому что они занимаются 90 раз в день сексом. Очень трудно поспорить с ними в количестве половых актов в день. Тогда голуби. Слава Вселенной, голуби. Как? Оставить семью. Суть в том, что находиться в ситуации, сознающей Кришну. Мы видим это так, либо мы с семьей полностью привязаны и занимаемся сексом. Либо мы должны быть уйти, все бросить и не заниматься сексом. А как насчет в этих раскладах быть сознанием Кришны? Не только либо так или так. Почему, если у вас вы имеете детей, почему вы не можете быть сознанием Кришны? Если вы растите детей, почему они или вы не можете быть сознанием Кришны? Если эта ситуация благоприятна, поэтому вы в сознании Кришны. Да, Прабхупад ушел. Но если мы посмотрим на историю, он пытался занять свою семью в этом процессе. Он был ванапрастха. Он хотел, чтобы его семья была вовлечена в сознание Кришны. Его сын управлял бизнесом, заботился финансово обо всей семье, а Прабхупад фокусировался на проповеди. Тогда все получали благо. Они бы поддерживали все это, то есть они имели общение. Но они не стали этого делать. Они хотели просто, чтобы он делал, а они просто расслабились и ничего не делали. Это неблагоприятно. Он не может проповедовать, и они не собираются быть сознаниями Кришны. Поэтому оставаться в этой ситуации, в чем суть? Но если другие, муж, жена, они в сознании Кришны, они продвигаются, то есть двигаясь вместе, это работает.
Дхритараштра и его жена, они ушли вместе в лес, и Пандавы с женой ушли в лес. Все это работает. Суть в том, до 50, что в 50 вы должны остановиться, пытаться расширить семейную жизнь. После 50 вы должны поддерживать ее. После 25-30 вы понимаете, что вам нужно, что работает, что вы кушаете, что вы не кушаете, что вы одеваете, что вы не одеваете, сколько, кто спит на какой стороне кровати, кому когда нужно пользоваться туалетом, кто должен поднимать носки с пола. Все это уже установлено. Поэтому, когда все это уже установлено, то есть ментальных усилий нет. То есть раньше вы пытались все это выяснить, и это все занимало много ментального пространства, а теперь это не занимает, и вы можете больше погружаться в сознание Кришны. И теперь вот это приятное общение с партнером остается, а этого всего беспокойства нет, это все можно освободить для сознания Кришны. Мы можем разговаривать о служении, обсуждать какие-то вещи в сознании Кришны. То есть качество общения еще улучшается. Поэтому ванапрастха — это... То есть если вы оставляете тело как ванапрастха, это считается, не считается бесславным. Это славно. Но если это неблагоприятно, или они все время вместе, или они иногда вместе, а иногда нет, все это индивидуально. Ашрам ванапрастха — это очень индивидуальный, самый широкий выбор опций. Саньяса очень такое единонаправленное. Грихастха тоже, брахмачари тоже. Ванапрастха — очень широкий выбор опций, насколько вместе, не вместе, вовлекаться, не вовлекаться, и все это работает. Но если мы будем смотреть на все через как белое и черное, мы всегда будем социально нефункциональны. Мы должны понять, что есть также тени, разные цвета. Тогда все будет работать должным образом. Но суть в том, что это все для того, чтобы мы стали сознающими Кришны. Все вы делаете совершенно, но не становитесь сознающим Кришну, в чем польза? В любом случае, если мы посмотрим, например, Рупа Госвами уходит из дома, его жена остается, она исполняет свои обязанности, и оба они отправляются назад домой к Богу. И в современном понимании, если бы он остался в сознании Кришны и продолжал бы домохозяин, может быть, никто из них не отправился бы назад домой к Богу. Это потому что, но если они в сознании Кришны и вместе практикуют, так это то, как раз о чем я и говорил все это время. Мы должны оставить эту черно-белую концепцию. Окей. Чай. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки, Шрила Прабхупада ки, Самавета Бхактивинда ки, Чайна Тай Гаура Премананди.